Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Если носитель этого имени будет уделять чрезмерное внимание мелочам, осторожничать и ко всему относиться с недоверием, упуская при этом массу возможностей, которые представляет ему жизнь. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. В страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Владельцы этого имени гибки и дипломатичны. До мелочей продумывают каждое свое действие. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Буква «Ф» в этом имени наделяет людей дружелюбием и жизнестойкостью. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Представители этого имени производят впечатление людей серьезных, ответственных и рассудительных. Эти люди верят только в то, в чем сами могут удостовериться, что могут пощупать собственными руками. Крепкими орешками являются те, у кого есть в имени согласное «Ф». Эти люди любят разнообразие в мелочах. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Человеку с буквы «К» в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.